друзья, всем привет! Я, как всегда, куда-то иду. Вот, выбралась на кофе. Сегодня в 7 часов утра проснулась. Мы сверканализы сдаем сегодня. Он кровь сдавал чисто профилактически каждый год. Ну, мы не каждый год, что-то захотелось поздавать. Поэтому я вчера ходила. Завтра мне к врачу. Вчера взяли анализы, пришли уже результаты. Вроде все нормально. Я, конечно, пойду еще к доктору схожу с этими анализами. И у меня, кстати, первая отрицательная группа. Прикиньте, я не знала. Так, что мы захотели сдать анализ? Во-первых, никто из нас не был уверен в своей группе крови. Это плохо, поэтому было интересно узнать. Сдали общий анализ крови и группу крови, резус-фактор узнали. Это 545 гривен в ВИВО. Я в ВИВО ходила. К гинекологу записалась тоже. Вроде доктор неплохой, хорошие отзывы. Я каждый раз к разным хожу. Нет у меня того определенного гинеколога, к которому бы я ходила. Вот, мамологу записалась, но к женщине. Я в прошлые разы ходила к мужчине, мне не нравится, потому что, ну, я не знаю, по их виду вообще не серьезно как-то, знаете, нужно все выспрашивать, вытягивать. Они такими паузами, монотонно, с таким взглядом отвечают. Мне или кажется, ну, короче, мне неприятно, поэтому я решила записаться к женщине. А, еще на щитовидку тоже, УЗИ щитовидки сделала. Вот, потому что я ее никогда не делала. Она меня особо не беспокоит, но, возможно, она не должна беспокоить, то есть не нужно ее проверить. Это, короче, такой, знаете, годовой плановый осмотр женского организма, что и вам тоже рекомендую делать. Не жалейте деньги на себя, потому что, вы знаете, там пару раз в магазин сходить, зато будете уверены, что у вас все хорошо, особенно по-женски. По-женски тоже меня ничего не беспокоит, слава богу, тю-тю-тю. Вот. Но профилактически это нужно делать каждый год. Грудь особенно тоже. Вот такие дела. Я уже подхожу к Крис. Сейчас выпьем кофе. Я ей сандалики взяла, она захотела. Сандали черные, очень понравились. И поеду, скорее всего, на съемки сегодня. Second. Или же буду... Извините, наелась кашки дома. Или же буду снимать дома уже... обзор гардероба. Девочки просят, а я все тяну и не снимаю. Вот такие дела. Я уже у Крис. Вот, сейчас ждем, когда малышке сон будет. Пойдем кофе попьем. Она тут полы моет, драет. Я не буду с него, не переживай. Вот. Обижается на меня то, что я про блузочку сказала на видео. Но ей не понравилась блузка красная в цветочек. Она сказала, привет, бабушка. Ладно, сегодня настроение вообще бомбическое. Поэтому... Сейчас Крис мне его испортит. Мегера. Моя Мегера. Вообще, то не носи, то не это. Ну, блин, ну скажи, что это белое платье, ну красивое. Ну красиво, да, белое платье красивое. А девочки взяли и резинка. Пик! Вот блузка, да? Ну ладно, согласна. Платье лучше, чем блузка. Мы с Крис вышли уже в парк. Малышка спит, а Крис все жрет. И меня угостила тоже. Неправильно? Думаем, как надеть москитную сетку. Мать со стажем, ёкарь. Зашла я в Дини, девочки. Значит, 9 числа... У нее тут магазинчик Дини есть, так вот называется. Там 9 числа какие-то скидки супер-пупер будут. Крис попросила купить туалетную бумагу. Просила, получай. Это все тебе, все ради тебя. Я только бухал срач. Хорошо, это тоже хорошее, я тебе взяла попробовать. Спасибо. Я наконец-то дома уже воды принесла. Покажу вам, что я у Крис купила. У Крис, вы знаете, магазин косметики. Именно проверенной косметики, корейской, потому что она очень любит разбираться вот дотошно все по составам. Я очень ей доверяю в этом плане. Она никогда фигню не посоветует. И завезла у нее в магазине
Можете зайти посмотреть, я вам давайте ссылочку оставлю. Разные есть классные продукты именно для лица и не только для волос. Там биоэликсир даже завезла. Вот я взяла для волос вот эти вот штучки. Мне очень нравятся для лица. Я взяла две маски ночные, потом два вот таких вот пилинга содовых, обожаю. И вот такой порошочек тоже пилинг. Пилинг пудра. И еще она мне порекомендовала доктор Джард, это SPF защита, но я последнюю не забрала. У нее там еще есть SPF защита для лица. Кому интересно, кто хочет, кто пользуется каждый день именно SPF защиты на лицо наносит, то пишите ей, она вам именно подберет классный под ваш тип кожи, что немаловажно, потому что я говорю, что она разбирается по этим всем составам, разбирает их, и по типу кожи она тоже может подобрать любую косметику, та, которая будет подходить. Это у меня валялась в сумочке маска, такой вот бальзамчик. Блин, и так неправильно. Флюид. Это флюид. Короче, флюид от краски. Я к маме, когда красилась, ездила, то я забыла ее использовать. Купила, зашла в Дини две вешалки вот такие. 21 гривна. Понятное дело, они стоят вообще. На проме можно найти по 5 гривен даже. Такие пластиковые, одноразовые. Но надо. Надо, я взяла. Вот. По 21 гривне. Я хочу делать конкурс в Инстаграме, поэтому купила я еще, докупила до того, что я отложила там целый набор косметики. Докупила я вот такие маски. И слышала очень много хороших отзывов. Тоже взяла вот доктор Санте. Это именно спрей для волос. Смотрите, с чем. Я думаю, вы поняли, да? С чем? Капец. Эффект ламинирования волос. Еще плюс термозащита. Очень-очень интересно. И Крис мне дала, слушайте, мне так он нравится. Я его повторяла много раз. Все никак себе не куплю. Ей порекомендовала, а он ей не подошел. Представляете, вот отдала мне, я с радостью его буду использовать. Это кислотный пилинг для лица. Я прям просто обожаю его. Он иногда стоит по скидке 120 чем-то гривен, а так 199, ну, почти 200 гривен. Обожаю. Ну и еще я зашла в Second, купила кое-что интересное. Скоро ожидайте видео на основном канале. Так, девчонки, уже сезон, я вам покажу, что у меня из заморозки есть. Мы начинаем замораживать на зиму всякую вкусняшку. Смотрите, это у нас земляника. Я сейчас с вами поделюсь. У меня здесь несколько пакетов земляники. Это у нас шелковица. Я ее не очень люблю, но вот заморозила, пусть будет. И смотрите, оставалась у меня клубника. В этом году клубника мне вообще не зашла, поэтому я решила перебить. Просто без сахара, без ничего. И заморозила вот такие вот пластинки. Захочется, потом просто разморожу, ложечкой съем, добавлю сахар или просто куда-то добавить выпечку. Очень даже неплохо. Будем продолжать замораживать. Еще смородину хочу заморозить, конечно же. И черники, побольше черники. Девчонки, сандалии почти разобрали, девочки. Поэтому вот отправляю. Сейчас пойду на почту и включусь еще. Отправила только что посылки. Еду в лабораторию узнать цены на анализы. Я сегодня ходила к доктору. Здесь только машин вообще. Вот, и я вам дома уже расскажу разницу в цене. Мне просто любопытно именно разница в цене на анализы, ну, чисто по-женски. Так, выяснила для вас, что в Синева все-таки дешевле всего сдавать анализы, любые. Вот, и если вы регистрируетесь, коды, ну, в корзину забрасываете через сайт, еще минус 10% получаете. То есть, если, как там, MedLab, или как он называется, 2700, то в Синева 2600, а если через сайт, то еще минус 10%. Короче, прикольно. Вот, такие дела. Я топаю домой, слушайте, жарко. Юрка дома работает сегодня. Мои огурчики замариновали вчера. Вот эти вот малосольные сделали. Сейчас буду пробовать. Я постоянно откладывала. Ну, сами понимаете, всегда лень, цены пугают. А здесь 30 лет решила, блин, пойти и поздавать анализы. Чё бы мне узнать такое, короче. Вот такие дела. Я очень хочу чего-то вкусного. Наверное, мороженое зайду куплю. Кстати, я могла об этом просто молчать, не говорить, не... Да, на всю публику. Но просто дело в том, что мне вот всегда интересна ценовая политика. Много знакомых, знаете, которые ходят там что-то выпросить, выспросить. Ничего невозможно. Какие цены, какие врачи, нереально, понимаете? Даже имея аудиторию, спрашиваешь у девочек, какой там врач хороший, и все. Никто же особо и не ответит.
Так вот, я об этом говорю, вы там только не подумайте ничего такого, что вы там надумали уже. Просто вот по сумме, да, сколько обходится годовой, грубо говоря, осмотр женского организма. Вот, мы просто еще не знали группу крови и резус-фактор, поэтому мы еще сдали на это. Вот сейчас Юре уже ушло 3,5 плюс вот 2600 будут анализы. Там, там, так вот такие примерно цены. Это информативно, я считаю, нужно этим делиться. И да, девчоночки, я в курсе, что в ГОС будет намного дешевле, и есть места, где дешевле, но мне комфортнее то, что ближе. Поэтому вот такие дела. Не судите строго. А кому полезно, интересно, тем привет.